Как вы видите, есть очень яркий свет здесь, особенно оранжевый. И если вы знаете, как использовать ваш iPhone или смартфон, вы можете сделать vivid filter и очень ярче. Привет, мы в конце каньон Peekaboo. Это очень круто, потому что я никогда была в конце каньона нигде, поэтому очень красиво, но чуть-чуть страшно, потому что есть камни. Добрый день, мы здесь в Kanab и мы в каньоне Peekaboo. И это называли так из-за того, что люди и семьи, когда они были здесь, дети, играли бы игры, называются Peekaboo. И это как это? Peekaboo!